праздником, всем вашим днем наступается. У нас сегодня будет событие на Шафтане очень интересное. Видеолекция, посвященная церковному искусству. В нашем храме есть прихожанка, она является директором художественной школы имени Грекова. Лена Сергеевна, пожалуйста, можно вас представить. Вот. И вот мы, когда, скажем, Лена Сергеевна предложили провести лекцию большую, да, посвященную церковному искусству. Различная тематика у нас может рассматриваться, и живопись, и архитектура, и мозаика церковная. Но вот сегодня про Святой Троицы, поэтому мы выбрали тему «Образ Святой Троицы» в древнерусском церковном искусстве. Да? Вот. Поэтому, скажем, да, прошу Лидия Жарова. Я сидела, да, думала, почему интересного Владимира расскажет. Да? Интересно было у нас отсюда. Вот я благодарю за то, что дал возможность, рассказать вам о Святой Троице. И, честно говоря, на занятиях в училище художественной школы, в училище художественной, вот имеющая свою более чем среднюю историю, но я историю искусства преподаю, даю мне около 15 лет уже. Вот, хотя лекции приходилось читать не три года. Но готовясь к этой теме, казалось бы, такой простой для искусствоведа, много написано, много интересного, когда я для себя открыла. С позиции сегодняшнего времени тоже очень много интересного. И я могу сказать, что сама тема Святой Троицы, наверное, сейчас актуальна, как никогда. В свете тех событий, которые сейчас происходят на Украине, матери городов русских и так далее. И поэтому вспоминается Сергия Радонежского, отец Данил, привел слова, которые сказала Святой Троице Сергий Радонежский. Он построил Троицкий собор, а Андрей Рублев написал эту Троицу уже после смерти Сергия Радонежского, и посвятил ее Сергию и если мне понадобится куда действительно прийти, я перейду. Просто мне с вами более комфортно. Так вот, поклон Сергию было написано икона Святой Троицы, церкви Андрея Рублева. И, как говорили, Сергий Радонежский, он построил Троицкий собор для единожития. И для чтобы поставить Святую Троицу, побеждался страх ненавистной розни мира сего. И вот в церкви мы видим, я выбрала три главных изображения Святой Троицы древнерусского искусства. Это Феофан Грек во времени Насон 2008 году. Троица Рублева датируется разными сроками 1411 или 1425-27. И Троица Семена Ушакова. Казалось бы, по композиции такая же, но мы с вами увидим дальше, что все это очень сильно отличается от всех источников. Итак, прежде чем начать эту лекцию, мне бы хотелось, как вводное для людей, которые веруют, привести слова преподобного Иосифа Волоцкого, который в послании иконописцу в 1492 году писал: «Теперь скажем вам вот о чем. Так как в Писании сказано, что Авраам явилась в человеческом образе Святая Троица, то святые божественные отцы заповедовали изображать ее на святых иконах божественных, царствах, ангельских образах. Потому они так завещали, что хотели придать этим божественным изображениям наибольшую честь и славу». И другое же на продолжение: «И невещимый почитает». Икона стала почитаемым. И вот он говорит: «И невещимый почитает, но видит образ красоты Божией, ибо почесть, оказывая на иконе, переходит
на первообраз. И этому вторит инок Григорий Круг, который пишет: «Та основа почитания, которая дана нам Седьмым Вселенским Собором, основана, основа, которая выражена словами почитания образа, переходит на первообраза». Ну, я не буду вам зачитывать то, что говорил Иосиф Лобанский и Григорий Круг. Они, Григорий Круг особенно дает такой повествовательный, подробный анализ, как он видит и понимает Святую Троицу, и даже обращается к более ранним пророкам. И вот теперь для того, чтобы понять все-таки, что из себя представляет Троица, мы с вами запоминаем это три основных образа древнерусского искусства, которые были созданы выдающими русскими мастерами, иконописцами. И мы говорим о церковном искусстве, правильно, отец Сергий подчеркнул. Я говорю о древнерусском изобразительном искусстве. Но древнерусское изобразительное искусство – это 10-17 век, и оно в своей основе было религиозным. И начиная только с 18 века мы говорим о светском искусстве. Ну, сохраняются основы, традиционные основы религиозной живописи, но уже важным становится светское искусство со своими новыми трактовками объема, перспективы, ценности и так далее, с опорой классицизма. Итак, все-таки до Феофана Грека, конечно, и Андрея Рублева Симона Ушакова существовало изображение Святой Троицы. И давайте посмотрим. Давайте посмотрим одно из ранних изображений. Из Византии пришла к нам Святая Троица. Изображение Святой Троицы, и мы видим, она как бы двухчастная. Вот одна часть и вторая часть. Не случайно это явление ангела Авраама. Сюжет я не буду рассказывать, вы его все хорошо знаете. И гостеприимство Авраама называется эта композиция «Святая Троица». Почему такое название? Там, где в изобразительном материале мы встречаем такой повествовательный рассказ, как, допустим, вот мы видим, Авраам увидел идущих трех путников, два по бокам – это ангел, и в центре, в окружении ореола такого, центральный ангел. Далее мы видим, это часто встречается, но это в данном случае Византия. В Византии мы имеем дело с мозаикой, большей частью мозаика. Мозаика довольно сложная техника. Если нужно, я расскажу. Она имеет свои особенности. Это, как правило, смальта, то есть маленькие кусочки. Люди старшего поколения, наверное, помнят советскую мозаику. Часто остановки украшали, здания и так далее, и так далее. Крупные такие куски мозаика, которая была в Византии и Киевской Софии, она состоит из маленьких кусочков смальты. Причем эта смальта была с таким образом, что учитывалось движение солнца. И когда попадала лучик солнца на эту смальту, она играла оттенками либо золотого, если это золотое окружение, либо голубым и так далее. К сожалению, такого изобразительного видеоряда цветного нет. Это редкое изображение мозаики 5 века в Риме, церкви Санта Мария Маджоре. И вот мы видим здесь, дальше развивается сюжет. Это дом Авраама и Сары. Сара печет три хлеба. Здесь мы видим изображение Авраама. И вот еще одно изображение Авраама, которое подносит жертвенную чашу. Здесь же мы видим стол, который накрыт с изображением вот здесь трех предметов. То есть такой повествовательный рассказ. Дальше мы с вами смотрим и видим другое изображение. Ветхозаветная Троица, 6 век, церковь Санта Виталия Муравей. Это тоже итальянская мозаика. Мы видим, как вот такой полукружие вписывается вся композиция. Тоже достаточно повествовательная. Мы видим за столом
трех ангелов. В принципе, казалось бы, они равны, но жесты их разные. Здесь мы видим Авраама и Сару. Здесь уже заколот петелец, которого подносят, а здесь он еще живой. Но все это окружено вот такой природой, магическим духом, под которым они собрались. Ну, и вот здесь, наверное, библиотека, как такая из мелких кусочков смальты, контурные изображения, обводка. И, ну вот, по своей сюжетной основе, это одно из изображений Святой Троицы, где, казалось бы, они равны, но вот дальше мы будем видеть, как меняется это изображение. Вообще, характерно для... изображения Святой Троицы, либо попытка изобразить один всех ангелов, либо выделяется центрально. И вот здесь мы видим в церкви Иоанна Богослова конца XI века фреска. Фреска – это живопись по сырой штукатурке. Она бывает и по сухой, по сырой персидке и по сухой штукатурке. Вот. Традиционное изображение вписывается в такой овал. Мы дальше с вами посмотрим, который был. Вот, дальше посмотрим, и повторим, вот Феофан Андреевича тоже вписывается в линию свода. И очень интересно, в этих иконах, в этих фресках, то, как трактуется этот образ Троицы. Обратите внимание, центральный ангел уже выделяется, у него распахнуты крылья, раздвинуты, по бокам два ангела. Жесты направлены в чашу верхнюю. И здесь мы видим Авраама. Сара не изображена. Вот таким образом история по обратной перспективе показывается. Ну, меня лично меняет другое. Как изображены ноги сидящего центрального ангела. Дальше мы с вами будем смотреть по дереву. Вот и вот бабушка. Это очень непосредственно наблюдённое событие явления ангела. Авраама и Сары. Троица Тихозаветная, сочинение Авраама, начала 15 века. Эта работа находится в Ермитаже. Есть и другие подобные изображения, но опять-таки мы видим, что действительно это тема Тихозаветная Троица, очень широко, как у повествователя сюжета, поэтому появляется название «Святительство Авраама». Но опять-таки центральный ангел выделяется композиционно. Обращаем внимание на перспективу, перспектива обратная. Она дает нам возможность, вообще для древнерусской живописи характерна обратная перспектива, потому что в отличие от западноевропейской, когда перспектива развивается в глубину, и власть человека уходит в глубину, и там уходит за фигурами, которые уменьшаются, то здесь мы видим совершенно другой прием. Обратная перспектива позволяет зрителю сделать соучастником происходящей здесь сцены. Но главенство, тем не менее, все-таки центрального ангела подчеркивается. Именно в центральном ангеле видится Бог-Сын, тот, который приносит себя в жертву. И случайный его жест направлен к жертвенной чаше. Здесь много дополнительных приборов, тоже это позволяет говорить как о такой бытовой сцене. Авраам, подносящий жертвенную чашу, Сара, подносящая грибы, и ангелы, жесты которых направлены тоже в церковь. Изображенное здесь здание воспринимается любопытно, например, с приходом, потом не встретил с этой стороны изображение дома. Только с левой стороны. И это воспринимается как домостроительство, в котором участвует Христос. Далее изображение Маврийского дуба, но здесь несколько тоже изображений мы видим. Маврийский дуб, под которым состоялась эта встреча ангелов, который принимает Авраам и Сара. Любопытно изображение 15 века на Новгородской
как она трактуется. И вот сейчас мы с вами ее посмотрим. Мне очень нравится эта икона, потому что она характеризует новгородскую иконопись своей такой непосредственностью, темпераментом, особенностью, всегда звучные красные тона. Новгородцы, это, вы знаете по истории, Новгород ничья республика, Свободомыслие. Стрегольники, которые отрицают триединство церкви, то есть триединство Бога, отрицают церковные обряды, призывают к исповеди материнской земли и так далее, и так далее. То есть ереси в Новгороде в это время бушуют в полном объеме. И вот в Новгород попадает художник из Византии Феофан Грек. Но пока мы с вами остановимся на этой иконе, еще говорят, это называется таблетка, икона, когда говорят о таблетках, если у нас вам светится это определение, это иконы, которые писались на камень, очень сильно рекасе, и на ней делалось изображение. С одной стороны и с другой стороны тоже рекас, и таким образом не дерево основа, а холст и рекасная основа, и затем уже то, что называется самой росписью. Ну, может быть, детям интересно знать, что такое икона. Икона эйкон, греческий, то есть перевод из греческого, это образ. Икона имеет свои особенности. Икона пишется на дереве, которое не имеет сучков. Вот, затем обрабатывается, шлифуется, покрывается лепкасом. Лепкас состоит из нила или же из гипса, добавляется липкий клей, потом это все затирается опять-таки до блеска. Да, я забыла сказать, что на доску наклеивается сначала паволока, как такая, но это не всегда. Позже она наклеивается, но ранее потом наклеивается. Потом делается лепкас, потом наносится прорезь, по прорезь уже делается роспись. И роспись делается таким образом. Сначала делается такая квалификация у художников, если можно так сказать, современным языком, доличное и личное письмо. Ценились особенно художники те, которые писали книги. Вот, и знаменщики, которые придумывали, разрабатывали композицию. Ну вот, и кроме того, древние иконы имеют, вот здесь это видно, древние иконы имеют вот такое, видите, углубление в доске. Это называется ковчег. То, что вокруг, называется полем. Скос между основной частью и полем называется узгар. Итак, в центральной части мы видим изображение главного ангела. И посмотрите, насколько вскинуты его крылья. Тут нет мира, здесь нет покоя. И это отвечает такому гуртажному духу новгородцев. Вот этот центральный ангел с крыльями явно отделяется своим крестом изображением нимби, и то, что здесь виднеется малайский дух, и два ангела как бы подчинены ему, а не меньше. Несмотря на то, что они на передней иконе, они, казалось бы, должны быть больше, для иконы это характерно. Главным и по величине, и по значимости является центральный ангел. Особенно вот эти крылья, они удивительно динамичны и выражают всю суть какого-то такого протеста. Здесь нет того мира и согласия, который указал, когда он призывает Троицу. И вот здесь мы видим сюжет, опять же, собравшего царя, который несут и тельца, и хлеба. Можно вопрос? Да. Вот если центральный ангел символизирует вторую ипостась, да? То есть Иисуса Христа, а им, получается, подчинены Сын и Дух, и Святой Отец. Я говорю о том, что они в этой иконе для благословственных государственных историй, но дальше мы с вами посмотрим, что действительно главным все-таки является не Бог Отец. Полагается, что люди идут по себе. Вы это хотите сказать, да? Что вот это Бог Отец. А вы хотите сказать, что это Бог Отец? Ну вот если подходить с той точки зрения, то что вот по центру изображается Сын Божий, то есть символизирует ангел Сына Божия,
то получается нарушение триадологии. Если Сыном Божьим подчинены Отец и Дух. Ведь согласно православному пониманию, да, Отец – это главенствующая ипостась, а Сын и Дух Святого они как бы имеют происхождение. Получается, если правильно выбрался в какую лучкуну, то здесь вот такое изображение Сына главенствующего, оно в какой-то степени является нарушением, наверное, да, либо не считать ипостась Сыном Божьим, да, либо понимать как Отца. Алис, в принципе, я вот вам уже спорить по поводу богословского учения. Вот, оно для меня самой может в какой-то степени загадка. Но я добросовестно посмотрела и Филадельфа, и иногда Григория Круг, это как бы вот последний, и Иосифа Полоцкого, все-таки для своих писателей воспринимала вот это изображение и вообще Святой Троицы, центральную фигуру как Бога Отца. И трактовала для себя ее как то, что Бог Отец принимает такое, ну, страшное для Отца решение – послать на смерть своего Сына. И он указывает на жертвенную чашу, на жертвенную Троицу на левом брюхе. То в этой Троице, вот то, что я прочитала у Иосифа Голодского, все-таки у меня, если следовать тому, что они говорят, то все-таки главное ипостась Бога Отец наверняка остается главной ипостасью. И Бог Святой Дух, они не умоляются. Но на жертву идет Бог Сын, который вочеловечился. И вот об этом свидетельствует его крест. У Бога до Отца этого креста нет жертвенного. И жест, даже Троица Андрея Рублева, мы увидим жест, буквально чуть ли не касающийся жертвенной чаши. Все это указывает на то, что в центре Иисус Христос. Но главенство Его не подчеркивается. Я понимаю, что они все равны. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Святой Дух. Так учит церковь, что они все равны. Тут есть некоторая особенность. Вот так дальше будет. Они равны по существу, но то, что Сын Божий и Дух Святой происходит от Отца вечности, вот это дает право Сыну Божьему говорить, что Отец больше меня. Вот в Евангелии есть такое место, когда Сын Божий, Иисус Христос обращается, да, к ученикам, потому что Отец больше меня. Вот это понимается в таком, что по существу они равны, но то, что Отец рождает Сына вечности, не во времени, это очень важно понимать, а вечности, да, вот в этом отношении Отец, он является большим Сыном. Не по природе, а именно потому, что дает на рождение Сына, происхождение. Но вот действительно, вот это очень интересно, вот я, честно говоря, первый раз на такую Троицу вижу. Действительно, вот есть некоторые крестники, которые говорят, что в центре изображается Сын Божий. Почему? Потому что именно вот облачение этого ангела, коричневое, да, это как раз таки. Да, по центру. Это то, что свойственно обычно при изображении креста. Когда Господь изображается, это коричневые цвета. И, да. Я бы сказала, что это вишневый цвет. Да, ну. Вишневый цвет, опять же, символика цвета, которая говорит о том, не случайно у него это одеяние. Это свидетельство, собственно говоря, начала цветового спектра, который начинается с красного, заканчивается фиолетовым. Получается вишневым. Бог есть начало и конец всего сущего. Светит тоже своя символика. И красный, это и царственный, это и жертвенность и так далее. То есть это можно говорить. Вот я вам все-таки, я предполагала, что будет такое понимание, и у меня такое где-то есть понимание, я каких-то тонкостей, естественно, не знаю. Вот, потому что не так давно стала стараться вникнуть в религиозную суть этих явлений. Я вам все-таки зачитаю, потому что тогда может быть какому-то пониманию решить, как вот дает это Григорий, именно Григорий, ссылаясь, я так полагаю, что он все-таки на основу брал Иосифа Полоцкого. Вот он пишет. Евангелие. Синяя туника, значит, он берет одежду, тоже символически какое значение. Здесь мы, наверное, с вами не видим хорошо эти жезлы, так называемые, вот, посохи, называют их еще посохами и так далее, с которыми пришли ангелы, и посохи, которые в путниках. И вот он пишет, первый ангел, синий
видение отборника, образ небесной божественной его природы. Но это, если брать Троицу Андрея Рублева. Но тем не менее, дальше он берет Львовы, божественную непостижимость и царственное достоинство. Вот оно передается через этот цвет. Дальше он пишет про это домостроительство, которое мы с вами говорили. Может быть, там дальше будет смысл к этому вернуться, просто не на этой иконе. И вот как он про других ангелов пишет. Два других обращены к нему, к центру взора, в глубоком внимании. Второй ангел – середина, промыслительная забота Бога о мире. Так, наверное, здесь все-таки нет икона для примера. Но тем не менее, вот как бы он дает такое описание этих ангелов. Облачение соответствует изображению Спасителя. Туника темно-вишнёвая, знаменуется во воплощение, символ такого божественного происхождения, хитон. Как правило, сильный, здесь может быть бирюзовый. Вот, не всегда иконы, не всегда цвет соответствует. Зеленый тоже имеет свою символику, но в данном случае она немножко другая. То есть есть смысл, наверное, услышать то, что говорите вы. Ну, не, я наоборот, я его как раз подтвердить, то, чего говорите, что парадоксальность этой иконы, как раз подчеркнуть, что, да, что Сын Божий изображается посередине, действительно, три цвета – это Сын Божий. Но при этом на иконе у него положение главенствующее. Хотя, по идее, должен быть Бог Отец, да, главенствующее положение, а здесь главенствующего Сына Божьего. Действительно, Новгородская икона – вот это ее особенность. Просто, чтобы... Я только подчеркиваю. А кто здесь интересно тогда, да. Андрея Рублева, вам кажется, главный кто? Ну, понимаете, там это не так ярко выражено. Там это не так ярко. Там только есть благовествующая рука отца, она как бы вот подчеркнута благовенство достигнет. А здесь очень подчеркнуто благовенство сына. Это вот парадоксально тоже. Просто подчеркнуть ваши слова, да, только дополнить вам еще немножечко. Да, ну для меня это интересно вот, с точки зрения художественного, в плане того, как выражен дух времени. Иконописцы все-таки, и художник чем отличается, вот говорят, в России, как Лукашенко сказал, поэт в России больше, чем поэт. Пророки своего рода, так и художники, часто предвидя какие-то события, они отражают. Или они отражают свою реальность, действительность, в которой они живут. Новгородская икона, вообще для меня русская иконопись имеет много школ. Наиболее ранее вот, Киевская Руси, но она мало сохранилась. Дальше Новгородская, Псковская, Владимира Суздальская, потом Тверская, Московская и так далее. И вот Новгородская, она резко отличается. Во-первых, она отличается красным фоном. Дальше, если мы будем с вами смотреть, но здесь эта красота проявляется в одежде ангела и сад. И по ритму посмотрите, вертикаль, которую дает художник, вот она вертикаль с фона, и переходящая в центре в эти крылья. И дух самих новгородцев очень свободолюбивых. Недаром там ереси, свободомыслие и так далее процветает. Вот. Поэтому эта икона для меня всегда была просто интересна, я ее показывала всегда студентам. Смотрите, недалеко ушло, 16 век. С веками мы с вами видим, как меняется икона, как она окружается подробностями, событиями и так далее. И вот здесь уже четко видим икона на первом плане. Так. Дальше выявляется дом на втором плане, Маврийский дуб, под которым происходит трапеза. И, наконец, горня небесная, выраженная горами, в древнерусском искусстве вот эти горки называют еще решатка. Псковская школа иконописи, она характеризуется более таким темным цветом, напряженным цветом, острой динамикой и эмоциональностью определенной. Но вот здесь опять-таки Ветхозаветная Троица приближается к этому такому повествовательному сюжету, и здесь вот как ни странно, этот ангел действительно не такой уже значимый, хотя крылья у него распахнуты в полной мере. Вот, видите, у других ангелов они даны в таком небольшом развороте. Троица, сидящая за трапезой, довольно подробно здесь показана. Следующее. Очень любопытно вот эта Троица. Гостеприимство Авраама, начало 16 века. Казалось бы, не одно. И впервые, и дальше мы, в общем-то, с вами почти не будем встречаться с такими изображениями, они изображены
один за другим казалось бы равным. Но опять-таки выделяется центральный ангел распахнутыми крыльями, то, что над ним во близкий дух, и намечен крест символ страдания. Но маврийский дух, вы знаете, это как символ древа жизни, это и символ креста Христа, то есть, опять-таки, мы говорим о том, что в центре изображен Иисус Христос, как во всяком случае понимается. И жертвенность, вот она жертвенность, именно под ним происходит закалывание тельца. А здесь Авраам и Сара, которые подносят вину, хлеба лежащие, вот. И мы как бы присутствуем уже здесь при своеобразном таком причастии. Вот эта вот тема дальше будет развиваться. Как причастники изображены этих два ангела. Так, Тверская школа. Вот видите, по цвету несколько более тяжеловесно по звучанию. Но опять-таки композиция кажется похожа, но они приближены к нам, и опять крылья центрального раздвинуты. Здесь мы видим главенствующий небесный цвет, синий, ну и темный вишневый, он повторяется и в одежде Бога Отца, если принимать этого ангела Сына за Бога Отца, здесь Бог Сын и Бог Святой Дух. Опять-таки мы видим дом, площадка и вот такой маврийский дух. Наконец мы с вами обращаемся к Феофану Греку. Феофан Грек – художник, который прибыл из Византии. Приехал он из Византии где-то в 70-е годы много и расписывает церковь Спаса Преображения на ее улице. Церковь была построена в 1374 году. Вообще новгородские церкви резко отличаются от церквей Владимира Суворовского монастыря, который в это время является, можно сказать, одним из важнейших княжеств. Появляется он здесь не случайно, он не появился во Владимира Суворовского княжества, он появился в Новгороде. Он приехал из Византии, где расписал около 40 церквей, и ехал через Кафу, Феодосия, нынешняя, дальше попадает в Киев, из Киева в Новгород. Но Киев к тому времени уже ничего не значил, собственно говоря, поскольку главным городом становится Владимир. Церкви, которые строятся в Новгороде, они соответствуют духу новгородцев. Они невысокие, они крепкие, они такое впечатливое, что, знаете, сложены, но они действительно сложены из камня природного. Кирпич вводится там, где есть рисунок, необходимо сделать. Вот эти вот бровки и так далее. Все это особенность новгородской архитектуры. Она компактная, приземистая, кряжестая, такая же, как и как описывают новгородцев в летописи. И вот в этой церкви работает Феофан Грек. Он был достаточно известным художником, когда приехал в Новгород. Я видела эти фрески. Очень много написано по поводу цвета коричневого и белого. Честно сказать, у меня это вызывает немного сомнений, потому что мне приходилось видеть этот период, лет 20 назад я была в Новгороде, когда занимались реставрацией, и в одном из храмов приблизительно в это же время созданных снимали полы, и вот такой видослой открывался, где, казалось бы, верхняя часть тоже темная красочного слоя, а нижняя была достаточно цветной. Вот одно из моих таких предположений, смелых, прям скажем, что цвет мог измениться под воздействием пожаров, которые и во время набегов, и во время Великой Отечественной войны церкви новгородские очень сильно пострадали. Итак, вот мы видим в своде в верхней части напротив хора расположена Пресвятая Троица. Феофан Грек, художник, который очень любил, когда писал, он мудрствовал, он спорил, он был философ,
Он, собственно говоря, приехал из Византии, где династия Палеолога уже и искусство этой династии приходило в упадок. Но в Византии зародилось движение эсихия, молчаливчество. А в Новгороде были, мы с вами говорили, тоже ересь. И вот стрегольники и философия Феофана Грека, с которым приехал, она благодатная почву почувствовала вот на Новгородской земле. Когда он писал, он любил философствовать, рассказывать, и об этом свидетельствует Епифаний Премудрый. Он писал, что Феофан философ сделал мудрый, и живописец отмен. Вот мы действительно видим, что достаточно такой не только философ, но и удивительный живописец. Вот он компонует свою Троицу в такое очень ограниченное пространство. К сожалению, не сохранилась эта часть, где Авраам, подносящий жертвенную чашу. Но мы опять-таки видим, посмотрите, как написан центральный ангел. У него огромные крылья, он охватывает ими два других ангела. Обратите внимание, вторит композиция вот этой полусферы, и здесь мы видим, повторяется в столе жертвенная чаша, все там развернуто. Ангелы написаны темно-коричневым цветом охры, техника называется бахрение посолкин, когда из темного красно-коричневого цвета более светлым набирается тон, особенно в лицах и руках. И большую роль, об этом много написано, большую роль играют блики и сама манера написания. Вы можете представить, художник философствует, художник разговаривает во время, спорит во время написания, кисть его мощными такими ударами ложится на подготовленную поверхность и создается образ. И этот образ отвечает опять-таки духу новгородцев и пониманию их образа Святой Троицы. Здесь перед нами скорее не ангелы, которые пришли, не напоминают, как бы не просто путника, а воина, который готов в любой момент подняться и встать на защиту. Во всяком случае, так трактуется этот образ. Но искусство тема искусства, что каждый человек в силу своего опыта, жизненного образованности, душевных каких-то подвижек, способен видеть, может быть, что-то и другое. Ну вот такая привычная трактовка этой Святой Троицы. Для того, чтобы ее понять, как она написана, давайте обратимся к фрагментам. Для того, чтобы понять, кто такой Феофан Грек, он приехал из Византии. Византия – наследница античной традиции. Значит, понятие объема, пропорции четко знакомы Феофану Греку, и он их применяет. И он действительно строит объем, хотя древнерусская иконопись, фрески, они в основном плоскостные, работают контуром, цветом и так далее. Здесь же мы видим сияние белого, да? Опять же, явление Бога, Бог, начало и конец всего сущего, в белом отражаются все цвета радуги. Вот это сияние божественное, но сияние божественное не только в белом одеянии. Сияние божественное вот в этих бликах, которые кладет на лицо, дальше мы видим на руки, сейчас посмотрим. Эти блики не всегда сделаны так, чтобы подчеркнуть объем. Эти блики строятся для того, чтобы передать божественное свечение. В руках у центрального ангела мы видим свиток, что тоже является признаком Бога, признаком учительства. Дальше смотрим. Я покажу вам, и мы дальше с вами будем говорить об Андрее Рублеве. В этом же храме, это не имеет отношения к Троице, в этом же храме в куполе изображен Христос Пантократор. Пантос есть, кратер держит, вседержитель, Христос вседержитель. И вот обратите внимание на вот это лицо, которое... Я не могу говорить.
лицо, которое, лицо, которое направлено на человека. Это не всепрощающий Бог. Это Бог, который и может покарать, и благословляет, и карает, и суровый его взгляд. И глядя на это лицо, вспоминается строчки стихотворения Блока «Пред нами сумрачные ночи и ясность Божьего лица». Опять-таки хочу обратить ваше внимание на вот эти блики, которые сделаны такими размашистыми ударами кисти. Они и над бровями, и здесь. И обратите внимание на руки, дальше мы святого Макария посмотрим. Эти руки. Это свечение, божественное свечение, которое исходит через его пальцы, через его руки. В философской литературе церковной есть много рассуждений по поводу этой божественной энергии. И вот, пожалуй, Феофан Грек только и воплотил в своих живописных исканиях вот это божественное свечение и Святой Троицы, и изображением Пантократа. Ну вот я покажу, как попало это смотрится. Вот мы видим окружение серафимов. Вот. И здесь ближе. Смотрите, какие глаза. Они пронизывают. Мне очень нравится этот образ. И дальше мы с вами поговорим о Андрее Рублеве. Это как раз то, что, наверное, интересно, кто занимается русской историей, кому интересно, как формировался русский дух. От подражания греческим образцам к своим святым, имеющим русский тип и русское понимание мира. Столбники. Исихизм, который привозит из Византии в Новгород Феофан Грек, вот воплощением их являются эти столбники. Святые, которые живут в разладе со своим, со всем миром. Они стремятся очистить себя от грешного мира, от того зла, который царит на земле. И это по существу индивидуальное подвижничество. В Византии это было целое церковное движение. В Новгороде и на Руси это было скорее духовно-нравственное такое движение, которое было воплощено вот в этих столбиках. Ну, я вам покажу ближе, мне безумно нравится этот Макарий. Макарий Египетский, фрагмент резки Спаса на имени улицы, Спаса Преображения на улице. Вот, я готовясь к этой лекции, вдруг увидела, очень редко можно встретить изображение, единственное изображение мы нашли, я прочитала о том, что он подобен свечи. Думаю, почему? Когда все время изображается только половина. И вот нашла, по всем тому, что, видимо, плохо сохранились, и трудно воспроизвести это. К сожалению, очень много архивного иллюстративного материала, даже видео, который продается. Вот, действительно, Макарий Египетский, вот то, как трактует его Феофан Грек, он подобен языку пламени свечи. Он весь трепещет в своем таком каком-то движении. И вот свое стремление оттолкнуться от этого злого мира, который окружает человека на земле. И вот он перед нами. Мы видим, как он, вот здесь, как он отталкивается от этого окружения зла. Для столбника Феофана Грека мир возлежит. И Адам представляется грешная земля. И поэтому вот эти вот руки, обратите внимание, и кончики пальцев, они имеют те же самые блики, они светоносные. И по византийской традиции, которую унаследовала русская иконопись, и фресковая живопись, изображение лица каково? Удлиненные пропорции, длинный нос, большие глаза, вместилище души, маленькие. Тут я вот пропал. Мы почти не видим глаз. Это точечки. И вот движение этого лица, поднятые брови и блики, они еще усиливают вот этот образ, созданный вот на них стол, вот здесь поближе. А здесь еще вот эта прическа и опять же пальцы. Это не ногти, это
как водой. Потрясающий,
с такими просветами, вот это вот зеленое, такое изумрудное. И то, как написано свеча, по легенде вы знаете, что ангел принесли весь, ангел сообщил Богоматери, что она должна умереть, она зажгла свечу, и вот свеча вообще в искусстве всегда как символ угасающей жизни. Такая трогательно маленькая фигурка Богоматери, лежащая на этом большом ложе. И очень красиво написан вот этот подсвечник с изумрудно-зеленым, белым, и как красное на красном, пламя написано этой свечи на вот этом красном покрывале. Ну, не знаю, что дальше вот. Просто поближе, чтобы вы увидели, как он здесь тоже играет в веки. Как он пишет, вот смотрите, он тоже поднимает вот эти бровки. И удивление, страдание у них. Здесь вы посмотрите, вот они, как каждый из них по-разному, по-человечески реагирует на происходящее событие. Это Феофан Грек. Феофан Грек. Итак, мы знаем о том, что в 1405 году он наезжает в Москву. В Москве он тоже расписал несколько церквей, но к сожалению, информации о них нет и мало что сохранилось. В 1405 году он встречается с Андреем. Потом перестраивался много раз в Ленинский собор. Здесь Иван Грозный. Собственно говоря, он перестраивался, потому что было три главы центральные и две боковые. А потом были сделаны вот эти пределы при Иване Грозном, когда он без благословения церкви через Монах женился. Вот. И он мог присутствовать на службе, было приказано, были закрыты галереи, там были открытые галереи. Вот. И он таким образом невидимо присутствовал, это домовая царская церковь, присутствовал на службе. И, как говорится, для царя закон, что выше. Когда поведут, туда и выше. Вот. На росписи был написан иконостас Благовещенского собора, 1405 год. Впервые вообще иконостас, как иконостас, это чисто русское изобретение. В таком виде, который мы его уже видели. Очень интересно, что это свой иконостас. Со временем, как он развивался, да? Ну, я, в принципе, только сейчас скажу. Если Киевскую мы взяли, когда мы архитектуру с вами здесь посмотрим, вообще, если Киевскую, то мы увидим интерьер. Там она в правой части и присутствующих ограждала небольшой такой камень отдельно. Потом стали появляться вот иконы, которые разделили и уже впервые в 1405 году мы видим сформировавшийся иконостас. Иконостас представляет собой такую стену. Собственно говоря, вы знаете, перегородки существуют вот в свое время. Старочеркасский, когда реставрировали собор, мне приходилось там бывать часто с реставраторами и лазила за обратную сторону этого иконостаса, снимая иконы и увидела, как крепится, это называется тяпло, вот такие рамы деревянные, которые вставляются в иконы и закрепляются. Итак, нижние называются местным. Ну, обычно Богоматерь слева, Христос и главное икона данного храма. Когда вы ходите, смотрите главную икону, вы сразу понимаете, какому святому посвящен этот иконостас. Главным является Деисусный чин, в центре изображения Христа Сила, Спаса Сила, далее Богоматерь, Иоанн Креститель, Архангелы, и если целиком, так я потом дальше вам покажу, целиком посмотреть этот иконостас, значит, потом праздники, они, как всегда, квадратные идут, дальше идут пророки и дальше сформированные процессы. Вот. Ну, это вот иконостас, мы видим в том виде, какой он здесь присутствует. И посмотрим ближе, поскольку здесь работал Феофан Грек и Андрей Рублев. Здесь впервые упоминаются они. И Даниил Черный, то есть Прохор из Горца, извините, не Прохор из Горца, Благовещенский собор. Это иконы, написанные, переписываемые в более таких ответах.
описанных источниках, может быть, встречается школа Феофана Грека, ну, берем как Феофана Грека. Иисус – это моление, в центре Христос, и к нему обращается в молении о грешном человечестве, Бога Матерь и Иоанн Креститель. И жесты и позы очень красноречивы, они обращены к Христу. Дальше вот анастасия – это движение угасает к концу боковой части. Так. Композиционно еще посмотрим. Обратите внимание, вот отсюда начинается движение.
вот оно плавно повторяется даже изгиб горки, изгиб Мавийского дуба, и оно заканчивается здесь. Все объединено в круг. Небесный цвет повторяется, звучит мощно в центральной фигуре, он повторяется по герце в Святом Духе. Оттенки зеленого, здесь мы видим сложные розовато-фиолетовые такие оттенки. Далее, ничего лишнего. Вот что значит символ? Символ эпохи по существу. Идея единства, идея мира и согласия, она звучит во всем. И вот в этой жертвенной чаше, которая в центре стала, она является центром композиции, центром этого круга. Жертвенность неизбежна, и это подтверждается движением центрального камня. Жертвенная чаша находит композиционную повторение в нижней части. Вот очень просто, казалось бы, эта икона написана, но к этой простоте нужно прийти, так же как краткость, то есть его яркость, так и вот, наверное, такое композиционное решение, воплощающее единство, мир, согласие, любовь, и цветом, и жестом. Все в этой композиции подчинено этой идее. Давайте посмотрим в цвете. Вот, обратите внимание, даже за пределы сопоставления выходит рука Бога Отца, а эта рука направлена в жертвенную чашу. И посмотрите, какой благостный образ. Прописи, которые существуют, они повторяют авторскую версию, поэтому они не кажутся нам чуждыми. И вот это уже русифицированный тип, который говорил, вот мы дальше покажем Зеленогорский чип, это русифицированный тип, это уже отход, полностью отход от греческих канонов. Греческих канонов несколько более таких суровых и интеллектуально напряженных, которые мы видим. Знает византийскую традицию и традицию балканских стран. Мне когда приходилось, когда была в Англии на аукционе «Сотность», меня в одном музее попросили, куда мы ходили, меня еще в советское время было, меня, так знаете, робко попросили, поскольку вывозить этой иконы нельзя было, это здесь не говорил о том, что за границей нет наших икон, наших картин. В принципе, нет, потому что, собственно говоря, мы долго находились в изоляции от мира. Во времена советской власти. И не только об этом причина. Есть отдельные разрозненные произведения, которые вывозились, когда начался грабеж, собственно говоря, русского севера. И попадали разными путями, и еще в советский период, гражданскую войну и так далее. Не только авангард, но вывозили древнерусские искусства и ценности царской семьи вывозили за границу. Не знаю, каким образом попали туда, как они назвали его, но меня попросили отрекрутировать. И меня удивило, что человек, мы тогда не имели возможности ездить за границу, брать управу и так далее. Вообще-то мне и в командировках, как я много видео посмотрела, я была потрясена тому, что человек, который бывал в Италии, имел звание и так далее, он не мог разделить вот эти иконы, которые мне показали. Их не так много было, но там были четко три школы. Это древнерусская, это иконы византизирующие, будем так говорить, и балканская школа. Они более темные, имеющие фото на руку, более суровые. И для чего это говорит? Для того, чтобы вы поняли, насколько отличается трактовка Андрея Рублева и понимание вот мира и согласия. Не всегда в русских иконах, давайте сейчас посмотрим, Зеленогорский чин его, меня поражало то, что и жгли, и убивали, и вводили в плен, и так далее, и так далее. Безграничные, бесконечные войны, и рождаются такие удивительные образы, светлые, радостные, душевные, так же, как и архитектура.
мышление русского человека связано с природой. Широту полей, лесов, и храмы более просторные, более светлые. И отсюда и икона такая же в этих храмах. Она должна была работать силуэтом, она должна была работать световым пятном. Особенно в Алтай, когда входили, человек неграмотный должен был сразу увидеть по контуру, по силуэту, по цветовому пятну, должен был увидеть, что изображено. И вот это знаменитый Звенигородский чип, он был написан до Троицы. Троица там имеется в виду две даты, предполагаемые, вот, что они были написаны почти перед смертью вместе с Данилом Черным, он расписывал Троицкий храм. Вот, вот эти вот сохранившиеся две иконы из Звенигородского чина, Архангел Михаил, такой светлый, тонкий образ юности, мягкий, и такой же красочный цвет, более розовый, здесь немножко цвет, не соответствует, и более светлый вид. Распахнутые крылья, так же, как он распахнул книгу. Апостол Павел, книжник, как его всегда книга, мудрый философ, мыслитель. И вот он центральный образ Пасхи. Мне очень нравится этот образ своей такой светоносной силой и открытостью. У него удивительные глаза, мягкие, добрые, обращенные к людям. Русая борода, русый голос, это тоже не совсем соответствует цвету. Вот. Так он сохранился. Некоторые
может быть, это может быть такое парадоксальное сравнение, но люди, которые пережили эти времена, агитации, призывов и так далее, все-таки истоки, корни всей динамики и вот этого движения, они передаются из древности, они идут вот из таких святых образов, которые были переначены и использованы совсем по-другому. Вот это удивительный образ святого, который зовет праведников в рай. Вот еще приезжаю его посмотрю, посмотрите. И обратите внимание на типажи, для чего мне хотелось бы вам показать. Это типажи, которые создает Андрей Рублев. Круглоголовый, за что, собственно говоря, если вы вспомните Виктора Анатольевича Ципалина, его теория только должна была жить, а круглоголовый – это неполноценный. А здесь мы видим круглоголовые, ясные, святые образы. Вот они, созданные Андреем Рублевым, с ясными голубыми светлыми глазами, удивление мира. Они беседуют друг с другом, никакой агрессии, никакой воинственности. И надо сказать, что несмотря на то, что вместе работали Андрей Рублев и Феофан Греб, вот кротость, голубинная такая чистота, Андрея Рублева ценилась выше книжной мудрости Феофана Грека. Ну, там же. Ну и здесь вот иконостас, который он делает, здесь большей частью. Опять-таки, я его включила для того, чтобы увидели, как развивается динамика иконостаса. Здесь склоненные фигуры в молении Иоанна Крестителя и Богоматери, Архангел, апостол Павел, Петр. И здесь уже боковым частям фактически угасает это движение, и фигуры появляются. Ну и если говорить о других видах Троицы, не останавливаться только на Андрее Рублеве, вот переходным моментом все-таки является там 16 век, сейчас максимально его перейдем, я бы хотела показать еще и Троицу Суздаля. Владимира Суздальского княжества было ведущим княжеством уже в 14-15 веке. И вот мы видим, как изображается на южных вратах Рождества Богородицы собора в Суздале. Такое рельефное изображение, прочеканное на медали и золотой работой. Центральный ангел тоже выделяется. Там нет, да? Вот я хочу так как раз показать. Мы видим опять же крест, опять же почти как в сфере такой крылья ангела. И посмотрите, с каким удивлением смотрят на него два боковых ангела. Вот, даже немножечко отвернувшись. И вот эта фигура, то есть мысли, но о том, что это Бог Сын, свидетельствует и жертвенная чаша, которая напротив него. Появляется такая Троица, Отечество называется. Вот, честно сказать, вот Отечество. Она появилась позднее. Это новгородская икона начала 15 века. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Но это изображение Троицы не приветствовалось церкви, не считалось канонической. В 14-15 веках. Вот, поскольку Бог существующий сверхъестественное лично не имеет никакого образа. Он непостижим умом, невидим и потому не может быть изобразим. Однако пророком
Бог являлся в виде старца. И поэтому мы встречаем вот такие изображения. Но поскольку церковь видела опасность неверного восприятия образа Бога Отца, то в 16-17 веках вот изображение определяется как каноническое и не каноническое для воспроизведения. Но тем не менее, в церквях наших мы видим повсеместно такое изображение и мое предположение. Ответа я не нашла, пока, но предположение такое, что особенно в 19 веке получает развитие, поскольку дает возможность художникам, обладающим академической грамотой к классическим образцам, передачи объема, вот этого образа старца и так далее, дает в полной мере проявить себя как художника-реалиста. Поэтому не случайно. Церковь, я думаю, правильно сделала, потому что не канонизировала этот образ. Здесь мы видим, и даже подписано, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Вот здесь мы видим серафимы, столбники. Вот таким образом часто изображается этот образ. Гостеприимство Авраама, Святая Троица, 16 век, местонахождение в США. Воспроизведена была потом из журналов, поэтому я нашла возможность ее включить сюда. Вот. Здесь мы видим гостеприимство Авраама, очень подробно корову изображены. Уже появляется не вещатка, а целая гора, Маврийский дуб. И узорочек, вот 16-й, конец 16-го века, скорее всего, 16-й конец века, 17-й век – это узорочек. Вот когда видите много узоров, травмы век еще называют, вот мы видим богатый узорочек здесь, на столе, тут, и так далее, все это превращается в такую узорочную картину. И даже немножечко за этим узорочком теряется значимость этих ангелов. Но тем не менее, опять-таки выделяется центральный ангел. Вертикальный журналистский дух, это и распахнутые крылья, и крепилец у подножия стола. Так, я не сильно затянула. Сейчас сделаю. Я просто здесь вам здесь я вам постараюсь просто показать, не знаю, даже не дотянуть, но я вам скажу, что это поздние иконы. Видите, перспективное изображение появляется, разница перспективного изображения здания, подробности. Поскольку, да, Стоглавый собор, вы помните, такой Стоглавый собор, на котором присутствовал Иван Грозный, он ставил свои, конечно, задачи, но в одной из молитв приписывалось следовать изображению, которое было сделано Андреем Крюгером. И вот мы видим массу отображений, которые были сделаны с этой иконой. И, наконец, Симон Шапо. Симон Ушаков, да, правда, Рублева, я забыла сказать, наверное, все-таки вернулась. Вот, Крюец Андрея Рублева, и скажу, как о нем писали в сказаниях иконописцев. Иконописец Грозный Рублев писал многие иконы, чудные сделали и украшены. То есть, вот они чудные своих образов. И еще, Никоновская летопись свидетельствует о том, что, как воспринимали и современники, повержен дух в утреплище от чудного всего зрения. Никон, который наследовал по существу ученик Сергия Разумовского, который стал преемником Троицы Святой Троицы, вот он как раз и поручает написание этой Троицы и росписи в храме. Так, дальше. Симон Ушаков. Легендарная личность Симон Ушаков. Очень неоднозначно воспринимается в русском искусстве изобразительном, поскольку одни приписывают ему, так же, как и Петру Первому, собственно говоря, приписывают спасение России, выход на новое какое-то восприятие мира и так далее. Ну, если вспомнить 15 век, для того, чтобы понять, в чем обвиняет Симона Ушакова. Симона Ушакова обвиняет то, что он погубил древнерусское искусство своей перспективой, своим объемом, вот, да,
это следование западного образца. А 15 лет, если мы с вами вспомним, время написания Троицы для Рождества, что у нас в Италии происходит? Италия в это время уже проторенессанс, уже работают такие художники, как Боттичелли, вам известные, Маккелли, Пирго, Франческо, в Нидерландах работает Босх. Можете представить, когда вошло западное искусство? А это произошло не сейчас, просто там произошло в церкви и так далее. Католическая, православная церковь пошли каждый своим путем. Вот. Там дали свободу, а русское государство, православная церковь, светлого отчета канона подписан собором. Итак, Троица для Рудова. В это время появляется на Майдане по существу Россию различные гравюры Западной Европы, Европы, в том числе и Библия Песка. Она активно используется для написания Троицы, для росписи, особенно если был в Ярославле, и видел потрясающие росписи церкви Ярославской. Это нечто. Вот. Там следуются даже сюжеты, они очень красочные, яркие, замечательные, передающие и труд Сена Жака, это великолепно. Но если будем говорить о архитектуре, как мы говорим, мы это все посмотрим. Уже вечно. Ну, если нужно, Да. Там изображался даже Иуда повешен. Там изображались сезонные станции, впервые мы видим. Мы видим обнаженное человеческое тело в росписи. Вот что такое 17 век. Появляется Библия Пискатора. И вот здесь вот мы видим здание, это целиком здание срисованное. Перспектива действительно правильная дана. Перспектива взята из этой Библии. Но тем не менее, попытка соединить перспективу прямую линию с обратной перспективой. И вот то узорочек, который характерен для 17 века, оно здесь все заполонило. Обратите внимание, какое обилие здесь. Вот здесь даже три жертвенные чаши. И здесь телец, и здесь. И как бы вот ангелы, кажется, похожи, и говорят, так же сделано все, как Андрей Рублев. Но они разные. Это от ангела склонился. Если он дурак Андрея Рублева, он сидящий, фактически четко мы видим, вот здесь вот посмотрите, то здесь больше наклон, вишневые крылья. Здесь два ангела с одинаковыми крыльями. И здесь, наверное, как раз и проходит эта граница, которая говорит, что там Бог Отец. Но жертвенная чаша и рука все-таки у центрального ангела. И вот это вот вертикаль. Магнитский дух идет отсюда, и он нависает над центральным ангелом. Композиционно тоже вписывается в дух. Но здесь много деталей, которые уходят от главной мысли. И смотрим внимательно, как трактуется лицо. Ему важно передать объем и фигуру, и блика. И вот эта скорость между объемом, лицом, лице и фигурой, она сказывается в дальнейших его исканиях. Ну, вот, давайте посмотрим на две руки, я просто вот так покажу. Посмотрите, какой ангел, как он смотрит, как он сидит гордо, спокойно, и как эти ангелы покорны ему. Вот в этом согласии, когда жертвенность идет. И маврийский дух, и вот это вот все. Конечно же, икона эта понравлялась еще в 1918-19, вот мне просто поразительно Остроухов, возглавлявший комиссию, бывший попечитель Третьяковской галереи, он организовал гражданская война. И организовано сохранение этой иконы. Были сняты, видите, множество этих точечек, да? Знаете про оклады, которые не закрывали иконы? Темно-ликовые иконы. Почему они темно-ликовые?
живопись от каких-то, так сказать, соприкосновений со святой, но она теряла сомнение. И ко времени, когда наступил 19 век, иконы были черные, коричневые, и поэтому часто сверх икон писались, в лучшем случае, писались новые иконы. Может быть, не менее талантливые, а может быть, менее. Вот. Или же снимался красочно, уничтожался свой и так далее. Это икона Калифор. Ее одели в огромный тяжелый оклад, украшенный драгоценностями, жемчугами и так далее. И вот эти ручечки, крепления оклада. Вот, так, смотрим. Дальше. Смотрим, да. Если продолжаю говорить о Симоне Ушакове, Симон Ушаков долгое время возглавлял оружейную палату. По существу это художник, который стремился написать по образу и подобию, и живопись называл зеркало, которое отражает реальную действительность. То есть он ставит фактически задачи не передача божественного, а передача прекрасного через передачу, не через образную такую передачу, а через передачу конкретную, то есть как зеркало, отражающее действительность. Он создал первый, создает анатомический атлас, делает его на медные досы. Он преподает в оружейной палате, и вот там создаются бригады, которые они всегда, в принципе, были при княжеском дворе, и при митрополитчем дворе, которые создавали и для церкви, и для княжеского двора, иконы, украшения, обувь и так далее. И ценились доменщики, которые создавали композицию, и те, которые писали лицо, это доменщиное, то есть личное и доменщики, которые все остальные питаются. Так что происходит в древнерусском искусстве? Театр и передача реального, и это неизбежно. Я думаю, не будь Симон Ушаков, был бы кто-то другой. Это конкретное лицо, это Скотт Иншуйский конкретное лицо. Икона Парсуна, то есть переход от иконы к портретной живописи. Парсуна – персона, личина еще называют от слова «личина», «лик», то есть изображается конкретно.